Завтра такой, я считаю, хороший праздник для каждого сына, День матери. И я бы хотел отдельно на камеру заранее поздравить с Днем матери свою маму. Я знаю, что для моей мамы наша команда не безразлична. Она очень многое делает, чтобы наша команда существовала. Поэтому, мам, я тебя люблю. И даже если это поражение, ничего страшного, мы еще поборемся.